семье Скощенковых сегодня особый праздник. Младшая дочь Виолетта идет в первый класс. Глядя на спокойную и серьезную Виолетту с букетом роз, сложно представить, что накануне вся семья с ног валилась от хлопот. И у меня мурашки, я стою, меня вот... Еще не ложились. Да, с вечера готовим. Утром проверяем, чего-то не хватает, опять все возвращаем, опять не то. Вот все вот на таком вот. Все друг другу помогают. Это уже четвертый раз в первый класс. Многодетная семья – это дружба, это поддержка и буря эмоций. Это очень волнительно. Я вот сегодня стояла на линейке, прям как будто бы я ощутилась в том году, когда я поступала, когда я пришла в эту школу, в первый класс. Все изменилось, конечно. В Гастагаевской средней школе особая атмосфера, семейная. В здание школы и территорию, в организацию учебного процесса вложено немало заботы, чтобы ребятишкам в школе было хорошо и безопасно. В школе сегодня созданы условия для того, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Школа работает. Первый класс у нас учится, как во всех школах, в первую смену. Значит, организован подвоз. Межведомственная охрана. С родителей мы деньги не собираем. Это все полностью организовано за счет муниципальных средств. Педагоги встречают малышей с 7 утра. Первых классов в этом году, как и в прошлом, 5. 116 новых членов большой и дружной семьи. Сейчас самая главная задача для ребят – научиться добывать знания самостоятельно, чтобы потом не потеряться в большом мире. Самое главное, я думаю, это улыбка, дружелюбный настрой. И мы, когда с детьми первый раз встречаемся, мы сразу договоримся, что мы с вами друзья. Я как старший друг-наставник их учу, что можно делать хорошо, а что не делать плохо. Несмотря на то, что они еще совсем малыши, настрой серьезный и боевой. Ну, я думаю, что будет все нормально, все хорошо, думаю, что будет. Вот портфель купил, тетрадки, ручки, там карандаши. Вот и для Виолетты Скощенковой начался первый в ее жизни урок. Пока она вместе с одноклассниками только приоткрыла завесу таинственного слова «школа». А на школьном дворе ее с нетерпением ждет вся семья, чтобы поздравить с началом самого первого учебного года.